Итак, всех приветствуем. Погнали дальше. Осталось нам немного дойти до скального кряжа. Что у нас тут по пути есть что-нибудь интересное? Ну, как будто бы нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не то. Но штука полезная, судя по всему. Надымила она мое почтение. Хотя бы попробовали, как она работает. Так, ты куда? Ну-ка, мимо, сюда, на мост. Ну, конечно же, меня засекли. Да твою мать! Офигеть! Давай, подъем. Где враги? Меня попали. Они выбрали не ту сторону. Да вы вообще хоть что-то здесь видите? Я вообще, кажется, своего там в каком-то был убит, вы убил. Че, только осколки у тебя были? Ну да. Жидко, конечно, жидко. Лекарственный высотник. Так, все-таки я убил солдата-мятежников. Ладно, тут я не промахнулся, а это... Ну, видимо, тоже. Чтобы не замерзнуть, надо двигаться. Двигаемся. До костра вот сейчас добежим даже. Ну, тут совсем немного осталось уже. Ну, вообще какая-то, конечно, очень бедная земля. Тут даже ни вопросиков, ничего по пути нету. Скальный кряж. Каталла ждет меня где-то здесь. Но сперва лучше осмотрюсь. Думаешь, можно вот так пройти, а можно вот так. Ты ее определенно заслужил. Шипомет. Так. Интересно. Ну, наш прям капельку лучше. Если этот начать улучшать, конечно, он будет поинтереснее. Взрывострел. Это гениальное изобретение. Зирам стреляет быстрыми очередями снарядов. Его можно улучшить для использования разрывных снарядов и повышения частоты критических попаданий. Ага. Угу. Понятно. Странно, что сравнивается это со взрыв-прощой почему-то. Вот, да, отлично.
Помет, якорный канатомет, электрический нитемет. Ну давайте это тоже возьмем, потестим. Полезно будет. Так, где тут... Ага, вот верстак. Взрывострелом называют мощное оружие, способное стрелять залпами. Удерживайте R2, чтобы зарядить его и выпустить более плотный и точный залп. Взрывострел требуется перезаряжать вручную. Вдобавок, из-за большого размера он ограничивает скорость маневров уклонения. Так, ну-ка, а если мы его... Сейчас куда-нибудь ячейку закинем, где он у нас? Вот. Нет, это нитемет. Вот, то, что нам надо. За место какой-нибудь прощи. Ну, вот, например, за место вот этой, может быть. Морозильную оставил, а вот эту убрал. Мой клинок, помоги. Ага, тут уже опять не хватает. Ну, спасибо. И опять не хватает. Блин, сколько фармить надо, а? Вообще неохота, алло. Опять что-то недоулучшили. А, тут одну недосоздали. О, улучшение подсумков, это моя тема. Девяносто, охереть вообще. Что ж, если тебе понадобится спарринг-партнер... Может и понадобится, но не думаю, что... Ой-ой-ой, она вообще прям летает. Ладно, понятно. Интересная штука, конечно. Так, еда у меня вроде есть. Баранина по-горски. Хорошая еда сама по себе награда. Как тебе это удалось? Что еще у нас тут интересного? Вопросик какой-то. Удачная выстрел. А, торговец очередной. А, с эликами. Неужели ты защитник постов? Когда мне есть, что тебе рассказ, потом сыграем. Опять стычка, как вы надоели, а? Так, первое путешествие в отвесные горы запомнилось мне сухим холодом, мрачной красотой и гнетущим величием. Если пустынникам приходится строить свои дома из на фундаментах притеч, песок для этого не годится, то небесники присвоили себе все преимущества горных пиков. И надо признать, как бывший верховный командующий Карха, я благодарю солнце за то, что мы никогда не забирались настолько глубоко во владение Тенакт. Нам бы это не очень понравилось. Я ожидал, что небесники будут кочевниками, чем-то похожим на Банук. Но оказалось совсем наоборот. Клановые войны превратили их в замкнутых отшельников, отгородившихся от мира высокими стенами. Скальный Кряж, тому пример. Это укрепленный город, служит пограничной заставой и охотничьим форпостом. Он построен так, чтобы обеспечивать беспрепятственный обзор окружающей местности и контролировать все подходы. Любая вражеская армия, дерзнувшая войти в его долину, обречена на чудовищные потери. Будучи долинниками из клана Хикара, мои доверенные спутники не вызывали особого энтузиазма по... поводу дипломатического визита к предводителю Текоте. По мере того, как мы приближаемся к причудливо окрашенным знакам небесников, они становятся все более молчаливыми. На мои вечно тактичные замечания они отвечают угрюмыми взглядами. Я в замешательстве. Чтобы признать Карха шерифом, им хватило нескольких месяцев, а вражду между их собственными кланами не погасили даже 20 лет мирного правления Хикаро.
Будет весьма любопытно узнать, что об этом думают небесники. Встреча с Текотой обещает быть интересной. Это Карха. Полагаю, их оставил шериф Фашав. В очередной раз находим от Фашава всякие бонусы. Это Каталла. На что он смотрит? Я не кусаюсь, солдат. Просто хочу поговорить. Хм. Недавно заметил ледоклыка в ущелье. Подождите. Ага. Есть здесь игрок в стычку. Да воссияет твой клинок. Если кто-нибудь... Так, а у тебя... Он, видимо, эти раздает, типа, там, зачистку крепостей, всякие бесполезные задания, да? Просто выслушай меня, а затем можешь идти. Думаешь, нам... Ага, слухи. Нет, не надо слухи. Нет. То, что ты сделала для моего народа, известно каждому в землях кланов. И я хотела бы предложить стать твоими глазами и ушами. Ведь здесь не происходит ничего, о чем я бы не знала. И, собственно говоря, если тебе нужна добротная пища, способная придать сил, отправляйся в Укуссоль. Это поселение пустынников на востоке, у озера. Не пропустишь. Местный повар Пентала готова накормить любого, неважно, это Накт или нет. Спасибо за совет. Загляну к ней, если буду в тех краях. Что за вкус победы? Повар в укусе соли предлагает провиант, увеличивающий силу солдат в бою. Возможно, ей нужна помощь. Ну, типа, нам про второстепенный квест просто рассказали. Не, я не хочу, чтобы он у меня сейчас болтался фоном. Не надо мне такого счастья. Вот, сейчас пойдем быстренько стычку раскидаем. И будем двигаться уже по основному квесту. Так. Эх ты, сука. Это авто, вот это быстрое, супер. Я все забываю, что он там на каждом шагу делает эти дурацкие сохранения. Все, мне достаточно, что у меня там болтается этот квест про крепость. Кто желает сыграть в стычку? Ага, соперник. Да, давайте, размотаю сейчас. Пусть победит лучший. Надо было, наверное, все-таки перебрать набор, но ладно. О, а это что за местность? Минус один. А, это болото то самое, ничего себе. Ладно, болото это что-то интересное. Мой ход. Твой ход. Мой твот. Мой ход. Твой ход. Давай, ходи. Козела. Одна есть. Так. А, мне надо его переместить куда-то. Ну, давай сюда. Можно его, конечно, подставить под удар, но пока не хочется. Оставим... Может, его где-нибудь здесь? Но здесь его сразу снесут, прям 200 проц. Ну, давай сюда. Так, теперь я. Ходи. Убирайся с доски. Что бы такое выбрать? Угу.
Какие-то странные у тебя ходы, если честно, очень бесполезные. Давай. Неплохо. Так будет один. И так будет один. А так три, супер. И этот ход принес тебе победу. Изи вин. Поздравляю. В сухую просто размотали его. Две машины? Наверное, жирные очень. Ну, посмотрим. Это будет интересно. Ох, едохлёст. Ух, ёптать. Ага, да, одна очень жирная машина. Как бы пойти? Да, я хоть посмотрю, что это такое. Ну, водопрыск, ладно, хер с ним. У него, по-моему, вообще дальнобойная атака. Боевой тип. В начале каждого хода сила атаки всех дружественных машин в зоне поражения увеличивается на один. Ах ты, псина. Едохлёст. Ну, это который как кобра. При нанесении урона местность под вашей машиной понижается, а под вражеской повышается. Че? Ага, из болота бить больно и неприятно. Блин, он сходит два раза, и я буду уже под ударом. Я пока это... Пока это посижу. Шесть, охереть. Эту фигуру убираем. Охереть. Так, в общем, товарищ, ты мне не друг. Не ожидал. Семь, идеально. Ой. Домой. Кажется, я проиграл. Вообще в сухую просто. Наслаждайся заслуженной победой. Да. Ты, наверное, самый слабый противник, судя по первой и второй доске, которые у меня были. Что это опять за ебанина такая огромная у него? Твой ход. Исполин. Господи, атака наносит урон цели и любым другим машинам, расположенным перпендикулярно к ней. О, господи. Мой ход. Угу. Давай, ходи. Уходят из-под атаки, а? Какие? Чтобы такое выбрать. Ходи. Хм. Где у тебя там? Ага, зад у тебя слабый, и у тебя. Один. Нет, так нет смысла атаковать. Один, один. Одна атака лучше другой, конечно. Как бы пойти? Твой ход. Говнюк, от говнюка.
Так, теперь я. Давай. Три единицы. Одна, одна. Ну, не знаю, надо ли открывать счет уже. Как будто бы пора начинать что-то тыкать в него. Так, так мы ему один нанесем. 5 единиц он стоит, да? Еще так. Ага. Один. Кажется, пора сменить тактику. Это плохие новости. Очень плохие. Я же что-то не обратил внимания, что там вниз можно встать. Бля, надо занимать эту точку по-любому. Но у меня нету ходов, и сейчас он займет и меня накуканит со всех сторон вообще. Ну да, я эти две фигуры теряю, как нихер делать. Я. Домой. С этой машиной покончено. Ой, как ты глупо сходил. Твой ход. Ну или не очень. Что-то рано я начал зазнаваться. Так, подождите. Здесь плюс 3, здесь плюс 2. Угу. Не хочу я слазить отсюда, если честно. Как бы пойти? Давай. Мой ход. Давай, собака, иди сюда. Ходи. А почему ты заднего не толкаешь тогда? Очень странно. Давай, ходи. Что бы такое выбрать? Какие же глупые ходы он делает. Твой ход. Просто ужас. Блин, что-то зря я немножко тактику сменил, конечно. Так бы он туда и сюда бегал. Что бы такое выбрать? Ой-ой-ой. Кажется, эту фигуру пора убрать. Убирайся с доски. Я проиграл. Фух. И это была последняя доска. Странный Думаю, бой. Ты заслужила достойную награду. Крайне странный бой. Фигурка проглота пойдет. Спасибо. Еще увидимся. Нормас, мы вообще быстро его раскидали. Плотнее надо, плотнее. Как насчет стычки? Так, а тут не бойцовский круг? Нет, не бойцовский. Можешь дать? Я не кусаю. Я особенно хочу поговорить. Долину наводнили мятежники Регалы. Разведчики говорят, что они уже много дней сгоняют сюда машины. На одних ездят, других пасут, третьих разбирают на части. Снимают оружие. Нас ждет очень трудный путь. Нам пора идти. Мне приказано отвезти тебя к Валу, чтобы ты поговорила с Текоте. Был бы от этого толк.
Не спеши. Мне нужно знать кое-что еще. Что это за место? Скальный кряж был военным форпостом во время войн кланов. Его цель — охрана входа в долину и наблюдение за происходящим внизу. Сейчас из него наблюдают за войсками Регалы. Жаль, у нас не хватает солдат, чтобы не просто наблюдать. Был бы еще от этого толк? Что ты имел в виду? Вал не знал поражения с основания клана. Текоте считает, что за ним ему нечего бояться. Если он решил не подчиняться Хикаро, то чужеземка и шериф Калека не смогут его переубедить. А вождь считает иначе. Только поэтому я и стою тут сейчас и говорю с тобой. Почему ты уверен, что Такота не послушает нас? Змей, засевший в норе, слышит только свое шипение. Да брось, это все, что ты скажешь. Хикаро говорил, что до шерифа ты прежде был небесником. Расскажи все, что знаешь. Такота хитер, мелочен и мстителен. Хвати у него духу, он бы давно напал на Хикаро. Но вместо этого он завидует ему, спрятавшись за валом. Тянет время и ждет, что его враги ослабят друг друга. Этого достаточно? Пока да. А почему вал такой несокрушимый? Он сложен из огромных камней и неуязвим для прямой атаки. Ни воины, ни машины не могли его пробить. Только я смогу провести тебя за него. Когда мы закончим разговоры. Как думаешь, зачем воины Регалы сгоняют машины в долину? Подобные сообщения мы получали отовсюду. Мятежники пригоняют машины из диких земель. Но, судя по всему, долго управлять ими не могут. Пасут их в лагерях. Там они делают с ними что-то. И добиваются постоянного контроля. Перехват в два захода. Я о таком не знаю. Но это не все. Ходят слухи, мятежники выискивают крупные машины. Не знаю, какие. Надеюсь, они не научатся управлять ими. Ты был на посольстве? Был. Сожалею о судьбе других шерифов. Все они будут отмщены. Ты еще не вылечился? Я не вылечусь. Но это не помешает мне разбить черепа врагов. Я рада, что я тебе не враг. И какой у нас план? Вал к юго-западу отсюда. Мы без сомнения еще не раз встретим воинов Регалы по пути. Придется пробиваться с боем. Или как-то прокрасться мимо них. Простого пути нет. Как всегда. Давай не будем тянуть. За мной. Защитница, прошу, просто выслушай меня, а затем можешь идти. Как бы ты убедил Текота отправить претендентов? Никак. И все же? Тенакт уважают сильных воинов и надежные клинки. Сражается бесполезен. Ну, мы с тобой бывалые бойцы. Правда, не хотелось бы это доказывать.
Значит, вся эта долина принадлежит небесникам? Да. Клан защищал ее много поколений. От кого? От других кланов Тенак. И даже от давным-давно. Катала? У меня есть приказ. И я его выполню. Теперь идем. Сюда. Ну ладно, идем. Как дела? Я так устал. Расслабляться нельзя. Нам надо догнать остальных. Спокойно. Я делаю быстро, как могу. Заметили. Да в смысле? А предупредить нельзя было, что мы сейчас драться будем? Хотя бы умри. Они мешают нам идти к цели. Идем дальше. Положу в подсумок. Я вообще думал сначала, что это наши союзники, что ли. Поэтому что-то иду спокойно, вообще ничего не предвещало беды. Так, подождите. Ну, вроде бы, ладно. Идем. Ну так-то ты для однорукого сражаешься очень неплохо. Опа. Что это? Запрос авиаудара. Данные повреждены. Колонна идет на юго-запад. Данные повреждены. Выжившие с линии Рино. Данные повреждены. Преследуют гор. Данные повреждены. Немедленно нанести авиаудар по координатам. Данные повреждены. Прошу ответить. Данные повреждены. Прямо над нами данные повреждены. Ясно, ясно, понятно. А это что такое там? А, солдат мятежников почему-то в воде валяется. Ладно. Иди, идем. Мятежники собирали детали машин. Может, они нужны для перехвата. А ты, Котта, бездействует? Зачем что-то делать, если есть мал? Я вырос за эту стену. Там легко поверить в абсолютную безопасность. Там еще мятежники. Уже трескается. Веди меня. Есть что говорить? Может, постоит вместо меня? Так, ну на этот раз меня хотя бы предупредили. Да, он у них тут главный главгат их. Сейчас я подумаю, откуда получше зайти. Мой клинок остер, мои глаза открыты. Клинок остер? Они остер или правильно? Ну ладно. Они идут прямо на нас. Сегодня я прикончил эту тварь. Здорово. О, у вас тут двое. Вон там, видишь? Я ничего не видела. Кто бы это ни был, он далеко не ушел. Поняла тебя. Здесь труп! Чужеземка! Научим их уважать!
Куда быстрее! Пусть она... Нет! Нас не остановить! Идем дальше. Я решил не дожидаться, пока они зайдут в кусты, и напал на первого попавшегося. В целом, в принципе, не прогадал. Но подготовил дымовую шашку. Думал, может, вдруг тот самый момент, когда ее пора заюзать. Но нет, справились и так. Так, чё, я за тобой. Хера он улепетывает. В скальном кряже ты сказал, что мятежники уже давно снуют здесь. Они заполонят всю долину, а Текоте... так и не поймет, что он в меньшинстве. Если бы речь шла не о клане, я был бы даже рад. Текоте пора проучить. Опять смещать лидера? Мы же уже одного сместили. Куда второго-то? Вот. Это Вал. Сообщи, когда подготовишься, и я представлю нас. Че, уже что ли? А куда? А, вот он, да. Не стоит тянуть время. Ладно, ладно, пойдем. Че тянуть-то? Ну, он реально выглядит неприступно. Эй, ты! Шериф требует встречи с предводителем клана. А разве шерифы еще остались? Мы защищаем путь на гору. Где крылья десятых найдут нас? Ладно, шериф. Я спущу подъемник. Когда встретим Текоте, говорить буду я. Посмотрим, как пойдет. Я вернулся. Это был твой дом? Много лет назад. Идем. Ты близко. Слышали, бойцы? Даже не близко. Западут твои враги. Это что, Катала? Зачем он привел чужеземных? Веди себя прилично, чужеземный. Что тут вообще по активностям? Ну, квестов я не вижу. Вижу только стачку. Стычку эту. Ну и три вопросика. Ладно, я думаю, у нас будет время еще походить, поисследовать. Последний шериф. Это ведь она победила Грудду. Искры полетят во все стороны. Да уж, как они нам рады. Чужеземка и шериф Калека. То еще зрелище. Все как там, где я росла. Так и не решила, что хуже. Когда меня сторонились или когда стояли и глазели. Да падут твои. Мы пришли к Текоте. Пустите. Mm.
Вернулся сын клана Небесников. Во славу десятых. Твой вождь приказал немедленно отправить участников на Кульрут. Мы прибыли, чтобы сопроводить ваших до рощи в безопасности. Ясно. Регалла сильно потрепала вождя. Раз ему пришлось прислать вас двоих. Она сразила груду лучшего воина Регаллы на посольстве. Она билась с честью. Мне хватило ума держать солдат в стороне. Вот и сейчас предпочту оставить своих дома. Если уж драться, то здесь. За родные стены. За наш клан. Стена не защитит вас. Регалла умеет управлять машинами. Они уже у ваших дверей. Да знаешь ли ты, сколько битв выдержал Вал? Эти камни видели много крови. Я знаю, что он не должен был стать щитом для труса. Когда-то ты был воином. Когда-то. Передай Хикарро, со всем уважением, мы оставим наших участников дома. Ведь здесь, за валом, мы в безопасности. Я предупреждал. Говорить с ним бесполезно. Придется его убить. Будет нелегко, вокруг его люди. Ты вообще слушаешь? Ведь здесь, за валом, мы в безопасности, сказал он. Жди здесь. Надо осмотреть эту стену поближе. Что? Зачем? Видимо, мы будем сейчас разбираться с теми балками, которые мы подметили, когда поднимались на подъемнике. Что ты придумал? А теперь представь, что к тебе ломится бич. А вот и я! Кто-нибудь хочет сыграть в стычку? Да. Давай, размотаем тебя быстренько. Играешь? Готово? Все, я готов. Доска в твоем распоряжении. Наверное, надо сходить вот так. Твоя очередь. Так, сильно лучше не стало. Один, да? Угу. Один. Что это у тебя такое? Лиходей? Давай, действуй. Это надо обдумать. Угу. Твой ход. Так. Ну, атаковать снизу вообще никакого смысла нету. Пора делать ход. Что-то он вообще подходить не хочет, скотина такая. Ходи. Блин, я не хочу слезать с насиженных мест. Посмотрим. Твой ход. Угу.
Ясно. Ладно, хорошо. Я буду немножко наступать. Ходи. Начинаем сдвигаться на правый угол. Пора делать ход. Я пополз, пополз. Твоя очередь. Жалко, я, конечно, Череза увел отсюда. Так бы он сейчас спикировал бы отсюда как надо. Хотя... Он не дотянется. К сожалению, нет. Да, он не дотягивается. Блин, опасно его сюда ставить, конечно. Посмотрим. Ах ты ёптать. Ах ты ёптать. Сука. Вот это... это уже что-то серьезное. Доска в твоем распоряжении. Ах ты, блин, ну ладно. Наверное, ну я сейчас просру, наверное, разом. Вот так. 5. С этой машиной все. И вот, да, все, 5 и 7. Игра окончена. Изи. Я победил, это надо отпраздновать. Козел. Ладно, приступим. Давай, и он на этот фланг всех стянул, козёл, а. Это надо обдумать. Давай, действуй. Твой ход. Пора делать ход. Ах ты, ёптать. Входи. Одну фигуру убираем. А! Офигеть. Вот так. Офигеть.
Прощаемся с этой фигурой. Получилось. Ладно, давайте пока оставим эту фигню. Тут действительно надо постараться. Кто желает? Что-то он вообще наказывает. Стена может быть и не такой прочной, как считает Текопи. Надо спуститься к основанию и осмотреть ее. О, тут арена есть. Посмотрим, какие еще вопросики тут есть. Новый бойцовский круг, да. А, они наверху. Да, вот супошную нашли. И тут кольщики ровно на том же месте. Ну, типа с высоты сидят и колят, как и у предыдущего племени. Ну, вроде все тут посмотрели. Что? А куда спускаться-то? Чуть не понял. Отшили тебя, чужеземка? Еще посмотрим. И крыло пока держится. Мне нужно немного отойти от стены, чтобы ее просканировать. Так, просканируем стену. Ага, вон. Как я и думала, там есть что-то металлическое. Но эти валуны мешают сканировать. Подобраться бы поближе. Но как? В смысле? Похоже, я смогу забраться на левую часть стены. Рядом с водопадом. Тут просто запрыгнуть можно. Даже выдумывать ничего не надо. В смысле нет? Ну, короче, тут типа невидимая стена, и вот по этим кусочкам запрыгнуть нельзя. Вода затекает в стену. Может, там отверстие? Если потянуть зеленые, они поддадутся. А теперь просканирую танк еще раз. Ядро питания. Вот бы взорвать его. Ладно, тут ничего не сделаешь. Надо найти Каталу. Вот она, диверсантка-то, а. А чё, где он? Внизу, что ли? Уже? Ничего себе. Стража сказала, ты ползаешь по стене, как крыса. Что во имя десятых ты удумала? Текота сказал, что он не пошлет участников, пока они в безопасности завала. Так? Не напоминай. Надо сокрушить вал. Ты там головой о камни ударилась? Я серьезно. В стене застряло что-то из мира притеч с ядром питания. Можно взорвать его, но надо пробиться через слой камня и железа. Даже если это и правда, мы не справимся без орудия. Точно. Ты же говорил, что мятежники снимают такие с машин в долине. Пошли.
Нет. Я не стану участником подобного безумства. Хикаро приказал помогать мне. Ты ослушаешься его, как тот навозник с горы? Это было грубое сравнение. Возможно, у мятежников лагерь на северо-востоке. Ну а дальше что? Нападем на них на всех вдвоем? Вроде того, да. Мозгов у тебя мало, зато храбрости. Кстати, вы с Такотой так разговаривали. Мне даже показалось, что между вами вражда. Так и есть. Если сработает, ну, это твой план. Может, расскажу. Ловлю на слове. Я что-то прям вообще в голос заорал с этих навозников. Мы приближаемся к месту, где видели мятежников. Так, похоже, мятежники раздобыли оружие посильнее. Готов? Давай! Здоровяком, ты займись остальными. Тогда вперед. Что? Нам пиздец. Поджигать ее без... Пожалуй, стоит взглянуть, не найдется ли какой способ победить ту машину. Исполин. Огромная боевая машина, чья невыносимая скорость компенсируется... невысокая скорость компенсируется прочными бронепластинами и многочисленными дальнобойными оружейными системами. Визор мне поможет. Отряд, подъем! Скоро выдвигаемся! Небесники падут! Ха-ха! Да! Они приближаются! Смерть! Жестокий итог! Так, окей. Что будем делать? Ну, во-первых, я хлебный салат съем. Это раз. Во-вторых, на поломку деталей включаем штуку. Сражайся с тенью! Да ты, ёб твою мать! Так, а я хочу попробовать вот эту штуку. Ого! Ё-моё. Да. Thank you.
Так, снова на поломку деталей. Домой. Готовы сражаться с Это не то оружие. Было весело. Что-нибудь еще отлетело прикольное? Да, вон вижу, оружие одно отлетело. А, это не отлетело, это у них здесь лежало. Ничего себе. Справились. Идем дальше. Кстати, по поводу пушки. Я уже забрал трофей с него. О, это дрон. И как мне тебе забрать? Сейчас посмотрим. Захватите дрон. Короче, он подлетает сюда, и отсюда его можно стащить. А когда мы висим на скалах, визор нельзя включить почему-то. Извлечь из дрона данные. Ну, отлично. Так, теперь вернемся к основному сюжетному заданию.
Нелегко будет тащить до самого вала. Давай. Может, я и калека, но спина у меня крепкая. Иди вперед. Знаешь, ты отлично сражался. Не думал, что мы выживем. Но мы победили и мятежников, и их машин. Приятно было, наконец, дать им отпор. Думаешь, орудие правда справится с задачей? Ну, скоро узнаем. Ну вот как раз бахнем, да можно будет заканчивать. Мы на месте. Но одного орудия мало. Тебе нужно чудо. Сейчас будет. Так, сперва отстрелю камни, защищающие топливный элемент. Работает! Вы только поглядите. Детишки играют в осаду. Надеюсь, вы не оцарапаете мой вал. Слышите? Не позорьтесь, уходите. И оставьте бедную гору в покое. Твой последний шанс, Текоте. Ответь на призыв Хекаро. Ты не понимаешь, это ваш последний шанс. Иди прочь, дикарка, живо. И калеку с собой собери. Делала. Ты больше не спрячешься за стеной, Текоте! Придется послушать Хекаро! Нет! Ни за что! Мы ее восстановим! Сейчас же! Вы в безопасности? Вал не может защитить вас от одной пушки! Не говоря уже об армии машин! Единственное спасение для вас — объединиться с вождем против Регалы! Ты сказал, что не пошлешь участников, пока клан в безопасности за этим валом. Придется их послать. Или твое слово ничего не значит? Отправьте. Не расслышал. Отправьте участников. Я надеюсь увидеть цвета небесников на арене. Отлично, шериф. А что будет с поселением? Научиться жить без своей стены. Это лучше, чем жить вдали от племени и быть пешками в глупых интригах Текоте. Но если переживаешь за них, поговори с Герой, духовницей клана. Она подскажет тебе, кому нужна помощь. Да, я попробую. А мне пора в путь. Хикару ждет новостей. Увидимся на Кульруте. Хорошо.
Ну вот и повыполняем сейчас квесты здесь. Там нам тоже чудо не помешает. Ух ты. Попробую подняться наверх, посмотрю, как они там. И найду духовницу Герру. Можно еще запастись припасами перед возвращением. Ух, сколько нам всего насыпали-то. Так, ну, это я все буду уже в следующей серии раскидывать. Мне сейчас важно сохраниться. Так, что у нас там по квестам-то вообще произошло? Да, мы выполнили дотянуться до звезд, потом Кульрут, или не дотянуться до звезд он назывался. Ну, я посмотрю, короче, ладно. А, сломанные небеса, да-да-да. И выполнили по находкам, да. Вот, дрон наблюдения, отвесные горы. А, отнесите модуль дрон наблюдения в лагерь. Ой, ну я его сейчас точно не понесу. Хотя, в какой? А, в наш лагерь, ну ё-моё. Ну, давайте быстро, ладно, если это поможет завершить квест. Твоя подруга Карха приходила. Она ушла на юго-запад, в лагерь Азирам, что вы искали. Ладно. Приветствую. Дрон снова подключен. Ну, другое дело. Одним квестом меньше. Так, меня здесь сохранили, интересно. Да, сохранили, отлично. Ну что ж, на этом тогда закончим и уже продолжим в следующей серии. Благодарю за просмотр, всем пока.